Так они все там, за третий, за первый, за третий. Вот, Влад, готовы? Какой турнир? Да, Каргал, на ковре начали встречу участники финала за третье место. Весовая категория 86 килограммов. В красном трико Роман Хвостов. Россия, город Красноярск. Ему 21 год. Тренируется Академия борьбы имени Дмитрия Менгиашвили. Студент Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева. Мастер спорта России. 14 лет занимается борьбой. Тренер Александр Донзаленко. Его соперник Борис Ендрико, Расул Тихаев. Беларусь, город Минск. Тренируется в Центре олимпийской подготовки стайки, мастер спорта международного класса. 15 лет занимается борьбой, тренер Янковский. Расул Тихаев, бронзовый призер чемпионата Европы в Риме 2020 года. На ковре победу держал Расул Тихаев, Беларусь. Занял третье место, завоевал бронзовую медаль весовой категории до 86 килограммов. Хорошо. The bronze medalist of the day, Расул Тихаев, in the weight class up to 86 kilograms. Явным преимуществом победил Тимур Катаев. Россия, город Красноярск. With the leading score, the third place goes to Тимур Катаев, Russia. Приглашаю